В Ивановском доме национальности прошла выставка плакатов времен Великой Отечественной войны, которая приурочена к дате окончания Корсунь-Шевченковской операции в 1944 году. Проводим для города Иваново уникальную молодежную акцию. Никогда раньше именно для молодежи в не специально отведенном помещении, а в обычном зале не проводилась выставка плакатов времен Великой Отечественной войны. Выставка началась со вступительного слова. Чтобы ребята окунулись в атмосферу того времени, было исполнено стихотворение Самуила Яковлевича Маршака, а после Роман Холодов сыграл на гитаре несколько военных композиций, известных каждому с самого детства. Студенты и школьники настолько прониклись песнями, под которые шли в бой наши деды и прадеды, что не могли сдержать слез. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темной, с проклятой ордой. Плакаты были одним из самых важных жанров советского изобразительного искусства в период Великой Отечественной войны. В экспозиции выставки представлены и всем известные плакаты с лозунгами в поддержку советских героев и тексты с оскорбительными словами в адрес немецко-фашистских захватчиков. Особый интерес вызвал плакат с карикатурой на главного немецкого фюрера Адольфа Гитлера. Я считаю, что такие акции, они необходимы в нашем городе. Молодежь должна помнить такие события, которые перенесла наша страна. Она должна чтить память тех жизней, которые принесли нам такую победу. Советские плакаты времен Великой Отечественной войны являются прямым отражением настроений и атмосферы, которые царили среди советских людей. Лозунги «Будь героем», «Родина мать зовет» перешли в ранг всем известных цитат. Важно, чтобы подобные патриотические акции и дальше объединяли молодых ивановцев, небезразличных к подвигу героев, сложивших жизнь за наше светлое настоящее. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.